кто сил достал. Совсем чуть-чуть и он уже спит. Он спит, ему снится в обои. Ты погоди, ты не трогай его руку, не трогай рукой, чтобы он не встал. Сидел устреванный, как оленченный головой. Зачем ты так побледнел? Скажи, зачем ты глядишь сквозь кусты? И хрени Христоповым, что ты это был? Зачем это детка у тебя во рту? Зачем дыра в твоем левом борту? И долго ли нам стоять здесь с трубой? Пока нас не вынесет на берег прибой. Значит, это было совсем неспроста. И наша природа нежна и пуста. Вечный пучный, как шумел, как паленые виски и толченый мел.